Где? Пожалуйста. Мы же с Максом кормим селезней. Кстати, всем привет! Это Антон. Да, всем привет. Ты по два кусочка давай. Один большому, одну, в смысле, один селезень, другой другому. И ближе к нам бросай, чтобы они к нам подходили ближе. Бросай, отходи, пускай он подойдет. Мы отходим. Подберите. Проще ему давать. Что они делают с хлебом? Не помещаются большие куски. О, смотри, голубь еще пришел. Голубь! Голубь! Ну, в общем, так мы с Максом кормим селезни. Да, Макс? Да. Тут уже все птицы. Ладно. С вами был Антон и Максим.